Всем привет, меня зовут Юлия Булатова. Я преподаю одно из самых экзотических и редких направлений – танцы народов Полинезии Ори Таити. В России он только-только начал набирать популярность. Я сама училась у преподавателей из разных городов России и из Испании. На своих тренировках мы изучаем в основном два направления танцев Таити. Это атэ, который характерен очень быстрыми и ритмичными движениями бедер, и апарима, что означает движение рук. Это более мелодичный, женственный и более медленный танец. Одной из главных особенностей танцев Таити являются их яркие и красочные костюмы, в которых они используют только природные материалы. Мы участвуем не только в отчетных концертах, а также в различных фестивалях, флешмобах. Танцы Таити подходят девушкам от 20 лет и старше. На своих тренировках мы сжигаем огромное количество калорий за счет очень быстрых, резких и ритмичных движений. Я приглашаю вас всех на свои занятия по экзотическим танцам Таити. Новый набор у нас начнется с сентября.